Украинский символ памяти в цветочной композиции. В этом году петунии, бегонии и другие декоративные растения высадят в виде мака на аллее боевой славы. Там уже стартовала подготовка к 71-й годовщине победы над нацизмом, а также ко дню памяти и примирения. Как идет работа, видела Дарья Симутина. С самого утра на аллее боевой славы кипит работа. Здесь коммунальщики, вооружившись лопатами и граблями, трудятся над созданием центральной цветочной композиции. Совсем скоро на этом месте будет красоваться мак – украинский символ памяти. Это красота, радость людям. Конечно, оно не всегда ценится, но... Всего на аллее боевой славы высадят более 18 тысяч агератумов, бархатцев и прочей красоты. Большинство цветов привезли из Западной Украины, рассказывают коммунальщики. Сейчас трудовой десант Зеленстроя работает по всему городу. Общее количество цветов по городу будет высажено где-то около 34 тысяч только к 9 мая. И еще где-то в районе 40 тысяч будет еще после высажено, то есть общее украшение города. То есть в этом году у нас в два раза больше цветов по подготовке ко всем праздникам. В преддверии памятной даты коммунальщики благоустраивают и территорию возле памятника героям-танкистам на площади университетской. Обещают, уже к 8 мая город будет не узнать.